Месяц май – это пора прощания с учебой не только в школах, но и в других учебных заведениях. Например, детская школа искусств. 26 мая выпускникам школы были вручены свидетельства об окончании этого заведения. Дорогие друзья, добрый вечер, уважаемые поклонники юных талантов. Мы приветствуем всех на главном школьном празднике, отчетном концерте Кашихамбыцкой детской школы искусств. Сегодня концертный зал школы гостеприимно распахнул свои двери, встречая всех желающих окунуться в прекрасный мир, мир музыки. Взволнованные лица преподавателей, как никогда ответственные дети, родители, множество гостей – все это, конечно, придает нашему празднику торжественность. А трогательность придает то, что школа прощается с выпускниками, которыми в течение нескольких лет преподаватели шли рука об руку со своими учениками и проходили целую жизнь, где было много интересных событий, достижений, взлетов и небольших падений. И вот настало то самое время, когда мы можем с полной уверенностью вручить нашим выпускникам свидетельство об окончании Кашихамбыцкой детской школы искусств. И сейчас я с удовольствием приглашаю всех выпускников на сцену. Thank you.
На отчетном концерте присутствовали председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, первый заместитель главы района Руслан Имыков, глава Кашхабльского сельского поселения Хазрет Борзов. С напутственными словами к выпускникам обратился Александр Брянцев. От души рады, что у нас есть такая творческая юная молодежь, которая, несмотря на свои юные года, уже чего-то добилась, и в них сегодня выпускнули. От души, ребята, хочется пожелать вам, прежде всего, успеха в жизни. Жизнь очень сложная и собирательная вещь. И сегодня в жизненном пути нужно идти собирать все бонусы, которые дает жизнь. Я считаю, что вы на данном этапе жизни уже что-то от жизни взяли. Пускай то, что вы знания эти получили, навыки, несомненно, вам в будущем пригодятся. Потому что жизнь непонятно какая, она очень сложная и трудная. Но у вас есть уже что-то за душой, что-то есть в сердце. Всего хорошего вам на этом жизненном пути. Пусть у вас все получается. Не останавливайтесь на этом. Непременно постигайте дальнейшие вершины. В жизни еще много интересного, очень разнообразного. Всем учителям, всем учащимся школы, мы желаем дальнейших успехов, таких творческих, реализации всех намеченных планов, и чтобы все получалось. Всем здоровья и счастья. Далее слово предоставили главе Кашхабльского сельского поселения Хазрету Борзову. С удовольствием принимаю участие в этом мероприятии с окончанием учебного года тех детишек, которые сегодня закончили школу с отличием или хорошо. Ведь Кашхабльская земля была очень талантлива музыкантами. Этот Хабисимов Умар, это Хагаул Жамухамед. Это на сегодняшний день Хупа Урад, который в Барселоне возглавляет камерный оркестр. И эти детки, ну, я думаю, надеюсь, что в дальнейшем будущем они тоже будут где-то там в Западной Европе, я не знаю, в Нью-Йорке будут самые большие концертные залы возглавлять. Я надеюсь и желаю им от себя лично, от сельского поселения Кашхабля удачи, благополучия, всего самого-самого хорошего. Я приглашаю на сцену начальника управления культуры Хурья Раупа Мурадиновича, директора Кашхабльской детской школы искусств Зихотову Марию Юрьевну. Добрый день, Федор Пухова. Я очень счастлив, я очень взволнован двумя моментами. Первое. Закончился учебный год в детской школе искусств. Мы привыкли к тому, что дети нас радуют, дети нас окрыляют, и наши дети показывают прекрасные примеры того, как можно чего-то в этой жизни добиться и прославить и себя, и родителей, и свой район. Но этот год необычный. Как никогда много наши дети ездили по международным, подчеркиваю, и региональным конкурсам и получили неимоверное количество лауреатов разных стипендий, первой, второй, третьей. Уважаемые родители, во-первых, я очень рад, что вы так трогательно относитесь к своим родительским обязанностям, хотя, казалось бы, это святая обязанность. Я бесконечно благодарен своим коллегам, преподавателям детской школы искусств. И, конечно же, огромное спасибо нашим талантливым, удивительным, потрясающим детям. Дети, мы вас очень любим, мы вами очень гордимся и надеемся еще на лучшее. Большое всем спасибо. Я очень рада вас сегодня видеть в нашем зале. Хочу выразить благодарность. Особую благодарность, Алина, как Рауф Мурадиев сказал, родителям. Потому что в этом году мы почувствовали такую поддержку родителей, как, наверное, может быть, в те годы, наверное, и не видели такое. Хочу слова благодарности сказать главе администрации муниципального образования Кашхабльский район за материальную большую поддержку в этом году. Большое вам всем спасибо. Дорогие наши дети, я вас всех поздравляю, я вас очень люблю. Желаю вам счастья, здоровья, успехов. Я думаю, что ни один из вас не забудет нашу музыкальную школу. И в дальнейшем свидетельство это, я думаю, вам понадобится в вашей дальнейшей учебе. И я надеюсь, что вы
после окончания музыкальной школы. Очень многие останутся учиться, продолжать, наверное, на другом отделении. В добрый путь, счастья, здоровья и успеха! А теперь мы переходим к главному событию сегодняшнего вечера – вручению известий об окончании Кашикабльской детской школы искусств. Виктория! Киасова Диана! Капишкова Рената! Ежикова Мадина! Касанова Белла! Юмакулова Зарема! Коваленко Алена, Кидокулева Карина, Кудалишева Алина, Гиндова Сулета, Гиндова Суанда. Кудалишева Дана, Кидакоева Джанета, Котлер Дания, Гитлева Джанет, Емыков Хазлет, родитель приводит сюда своего ребенка развить его творческие способности. И только от совместной работы преподавателей и родителей рождаются таланты. Васильева Анастасия Скорбина, как никто другой, знает об этом, ведь у нее третий ребенок заканчивает нашу школу. Я приглашаю на сцену родительницу Васильеву Анастасию Скорбину. Очень приятно находиться сегодня на этой сцене, видеть родные лица. Мы выросли в такой атмосфере, что мы любим свой аул, гордимся им. Гордимся людьми, которые прославляют наш аул. И вот дети, которые вырастают на этой сцене, они действительно дают нам большие поводы для того, чтобы мы гордились ими, их достижениями, их искусством, они нас радуют. Поэтому мне очень приятно выпускать, как говорится, третьего ребенка, который заканчивает эту школу. Вот эта вот преемственность, она как бы помогает нашим детям приобщаться к искусству, красоте, к каким-то высоким планкам тянуться. Поэтому большое спасибо вот этому творческому коллективу, профессионалам, которые вот создают такую атмосферу, зажигают наших детей каким-то энтузиазмом, каким-то вот таким вот стремлением достичь каких-то высоких результатов. Поэтому большое вам спасибо за то, что вы умеете создавать вот эту атмосферу в этой школе. В этой школе никогда не бывает тихо, здесь всегда какой-то творческий процесс. И нам очень приятно, что наши дети вырастают в этой школе. Спасибо большое учителям, спасибо большое родителям. Деткам тоже большое спасибо. Вы умеете ставить цели и достигать их. Вот это вот, вот умение вам пригодится и в дальнейшей жизни. Поэтому счастливого пути выпускникам, больших успехов тем детям, которые остаются в этой школе и еще продолжают учиться. Ну а учителям, конечно, здоровья, благополучия, вот этого оптимизма, энтузиазма и стремления достигать ставить самые высокие планки и достигать их. Всего доброго! Ну и, конечно же, от имени всех выпускников слова благодарности хочет выразить Акимина Виктория. Дорогие наши учителя, спасибо вам за прекрасное мгновение красивой и чистой музыки. Эту музыку мы смогли понять, принять и полюбить именно благодаря вам. Все эти годы мы с удовольствием посещали школу, в которой всегда царила теплая атмосфера и уют.
Все эти годы мы участвовали в различных конкурсах и добивались высоких результатов. Все это благодаря директору Кашкабинской детской школы искусств Нуре Юрьевне Зиховой и завучу Сусане Магомедовне Пушковой. Спасибо вам большое! Также отдельную благодарность хотелось бы высказать моему педагогу фортепианного отделения Фатиме Казбековне Нагоевой. Спасибо за вашу поддержку, за ваше профессиональное мастерство, педагогический талант, за то, что все эти годы вы были нашим наставником. Также спасибо моему педагогу по сольфеджио Оксане Скорбиной-Надлешевой за то, что вы открыли перед нами новые горизонты и новые знания. Учителя, желаю вам крепкого здоровья, большого счастья, благополучия и неиссякаемой душевной теплоты. Низкий вам поклон и самые теплые слова благодарности. Конкурсы и фестивали для музыкальной школы – дело привычное. Одни уже традиционные проводятся из года в год, другие – явление новое, но и оно со временем становится неотъемлемой частью жизни школы. География побед обучающихся нашей школы выходит далеко за пределы не только нашего района, но и республики. И все эти достижения благодаря нашим преподавателям. Для вручения почетных грамот приглашаем на сцену начальника управления культуры муниципального образования Кашкабинский район Курья Раупа Мурадиновича. Вручение и воспитание подрастающего поколения вручается грамоте Альхавой Куки Астербиевны. За творческий поиск, высокий профессионализм, подготовку лауреатов и дипломатов конкурсов различного года Вершинову Давриду Казбаиловичу. Цариковой Бэйли Аскеровой. Конкурсы и фестивали для музыкальной школы – дело привычное. Одни уже традиционные проводятся из года в год, другие – явление новое, и оно со временем становится неотъемлемой частью жизни школы. География побед обучающихся выходит далеко за пределы не только нашего района, но и республики. Все это было достигнуто благодаря замечательным преподавателям детской школы искусств. На церемонии преподаватели и учащиеся были награждены следующими грамотами: за добросовестный труд и заслуги в деле обучения и воспитания подрастающего поколения,
За творческий поиск, высокий профессионализм, подготовку лауреатов и дипломантов конкурсов различного уровня в 2016-2017 учебном году. За трудолюбие и преданность высокому искусству, за отличную учебу. Далее по программе зрителям был представлен концерт в исполнении учащихся детской школы искусств. Принимала всех.